Меса міра. Вядомы музычны твор брытанскага кампазітара Карла Дженкінса ўпершыню прагучыць у Магілёве. Гэтая аратуры і гарадская капэла 7 верасня адкрывае новы сезон. Музыканты кажуць, твор даволі смелы, і ён даступны не кожнаму прафесіяналу. Падрабязнасці ў Татьяны Сергейчык. Аратория «Меса мира» написана до миллениума и одразу принесла его автору Карлу Дженкинсу сусветную славу. Твор стал классикой. У его основе католичная имша, якую композитор объединял с иншими крыницами, народными песнями середневечья разных культур, да соавторства, притягнул три основные сусветные религии – христианство, иудаизм, ислам. Это произведение, которое звучит уже на протяжении 20 лет. На подмостках Европы, в первую очередь, потому что оно было сочинено в конце 20 века. В этой музыке действительно постоянно звучащий призыв к миру на фоне церковных служб различной конфессии говорит о том, что мы должны любить друг друга. «Меса мира» Дженкинса довольно складанный, тем часом могутный твор. У им объединены классичные и сучасные гармонии, что притягивает слухача. Мы с этим впервые сталкиваемся. Обычно мы играем классику, да, а здесь более интересно, что-то новое. Гэтым творам Магілёўская капэла вырашыла зрабіць падарунак аматарам духоўнай музыкі да юбілею горада. І да свайго юбілею 15 год таму капэла атрымала юрыдычны статус. Татьяна Сергейчык, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.